Обычное школьное расписание нарушил урок по футболу. Что такое пенальти, офсайд и какие команды приедут в Россию на Кубок Конфедераций. Детям о футболе рассказали волонтеры чемпионата мира и ветераны клуба «Крылья Советов». Прекрасно то, что сегодня мы с вами здесь собрались. Это самое прекрасное, что мы отмечаем такое событие. Это здорово, что мы дожили до этого, что мы доживем и до будущего года, и увидим мы чемпионат мира в нашей Самаре. Это вдохновение на будущее, опять же, это позитивное настроение, это то, на что можно смотреть, чем можно восторгаться и чему можно белой завистью завидовать. После футбольного урока действие перешло на спортплощадку. Здесь, на газоне, команда 58-й и 92-й школы решали, чье мастерство лучше. Победила в итоге дружба. Счет 4-4. Такой подарок получает школа номер 58 за участие во всероссийском футбольном уроке. Это официальный мяч Кубка Конфедерации. У него даже есть имя – Красава. Именно таким мячом через месяц будут играть сборные стран мира. Валерия Макарова, Станислав Левин. События.